Сергей Параджанов, режиссер, сценарист, художник-экологист, маэстро мирового кинематографа. Его искусство вдохновляет и дает жизнь ярким творческим идеям по сей день. Я Вероника Журавлева, одна из составителей альбома «Маэстро», в котором собраны лучшие изобразительные работы Сергея Параджанова. Успех нашего проекта – создание сценарного сборника Сергея Параджанова «Сокровища у горы Арарат» доказал, что интерес к творческому наследию режиссера не угасает, но, к сожалению, широкому кругу доступен лишь ограниченный перечень работ Параджанова как художника, графика и коллажиста. Учитывая это и в преддверии юбилея «Маэстро», мы решили составить альбом лучших изобразительных работ Сергея Параджанова, который состоит из 4 разделов. Это коллаж, ассамбляж, предмет и рисунок. Мы преподносим искусство Сергея Параджанова так, чтобы максимально приблизить читателя к его красоте и особенностям. Прелесть работ Сергея Параджанова можно постичь в полной мере, зная истории их создания. В нашем альбоме «Маэстро» каждая работа сопровождается емким описанием, позволяющим узнать и открыть для себя нечто новое. Мы реализуем наш проект в рамках независимого творческого объединения «Параджанов Арт Лабораториум», задачами которого является сохранение и распространение творчества Сергея Параджанова. Давайте вместе создадим этот проект! Ведь самое страшное – прозевать прекрасное.